увидел эти иконы. А это я арестованный иду, это на фотографии сохранена. Это цветы летят. Видите, ведут меня. Так меня в зал суда заводили 12 вооруженных воинов. Распространяли молву, нашли радиостанцию, японский шпион там, а потом все, Коль, это я в армии был еще, это моя жена, ну, тоже она училась еще. И он красавец тоже, сейчас немножко, чуть-чуть изменен, но тем не менее. Главное, а вот это вот Потеряево, от чего деревня называется Потеряевская, Потеряев. Раскулачились, через 72 года они прочитали в газете и вернулись опять на 72 года не были дома. Ну, которые зажиточные были, они ни в чем не виноваты, люди. Ну, у нас, да. Видите. А то вот время такое было. У нас и Сибирь такая. Мало. Все на нейлоновой бумаге. Да, хорошая очень бумага. Все книги сшиты, ни одной склеенной. Я прошу тебя в Сибири. Это я. С ребятишками. В детском лагере катаю их. А вы какой год рождения? Чего какой? Какой год рождения у вас? 39-й, 10 июня. 35. Недавно я 73 года отметил. Угу. И вот ездим по разным деревням, людям свидетельствуем о Боге. Конь хороший был. Хороший. Тут все. Понимаете, у нас каждое воскресенье дети катаются на лошади. На лошади страшно. У нас было 7 лошадей, сейчас одна, все перешли. Это в каком месте? Мамонтовский район, Кошинский сельсовет. Понял. Вот мы в 91-м году приехал брат, а в 92-м, 23 марта, уже за подписью Сурикова восстановить деревню. А до этого были все против депутаты. Но наши съездили, пробились в Белый дом, у нас знакомые были там. И депутаты проголосовали дать статус. И теперь, ну, официальное электричество, школа официальная, все. Все с нуля. А сколько сейчас у населения примерно? А население-то не население, дело-то. Нет, ну все равно. Ну смотрите, вот я в краевой администрации был и говорю, у нас правило 5. Первое, человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А я говорю, так у нас в краевой администрации ни одного такого не найдем. Чтобы не курил, не матерился и не воровал. Да мы все лжем здесь, от статистика лжет. Я говорю, ну и вот. А учитывая то, что люди разоренные, с нуля построй дом, купи скотину, все проще. Да кто пойдет-то? Еще и земли еще не дают. Но однако деревня состоялась, говорится. 16 дворов, да, знаете? Это вот еще за 8-9 лет мне удалось издать. Я сам набор делал. 30 тысяч часов проработал. Когда было 62 года, мне первый раз показали, как включать его компьютер. Желание было, значит, получились, и все у вас получается. Сейчас вы современный, да? Здесь все документальное. Документы. Как восстанавливалось, как шли надо мной суды, какие газеты печатали. Здесь районный Алтайский союз в разных странах. И все здесь собрано. Приходилось отбывать? А? Приходилось отбывать там? Я в 5 тюрьмах отбывал срок. А потом в лагерь смерти отбывал. Меня освободили в последний раз в 87 году только. Что-то так много. За Слово Божие радостно пострадать. Здесь все описано, все документы, справки, все. Какого числа кто расписался? Понятно. Я спрашиваю, как? Интересно, говорит, это не то слово, не то. Я участник, про меня написано, ну, прокурор края по раскону, генерал-лейтенант. И его тут указы, приказы, которые касаются нас Потеряевки. Надо как-то заехать к вам. Посмотреть деревню. Мамонтовский район. Так, 3 часа. Но если никого нет, только все узнать больше. Вот этот товарищ у нас работал в райкоме партии. А? Песоцкий. Работал у нас в райкоме партии здесь. Да вы что? Да. Ну вот и сразу нашли. Вы тут найдете знакомых, близких всех. Видите, какую тему там написано? Вера и Библия. Людей этих вы увидите с другой стороны. Вот он говорит, такой, а у меня прочитает. А я говорю, документ какого числа? Это суд. А за что? За что судили-то? За Слово Божие. Я издал «Жития святых». Я на Златоуста и брал интервью репрессированных. И насчитал, и распространил архипелаг ГУЛАГ. Это в 86-м году? Да, в 86-м году у меня последний раз арестовали. Нет,
Да. Ну тут все сказано, какого числа, как брали меня на работе. Ну вот это снимок. Это не я. И как процесс, что выступает судья, прокурор. Посмотрите здесь, я вам покажу. В тех годах вы уже был еще. Ну, здесь не о том, что человек верит, не верит, но это так. Сейчас, минутку. Она сразу в глаза бросится. Вот Москва, тут ходатайства какие были, показания свидетелей, какого числа, какой лист бумаги. Ну все. Вот свидетели. Кто выступает? Судья говорит. Дальше свидетели. Это все тайно записали, отослали в Париж, а там в газете напечатано. Потом газету прислали, с нее я спечатал. Здесь дословно до вздоха. Вот Александр Мень, священник, здорово, да зарубили, убили-то. Здесь интервью, наши беседы с ним, их сегодня за миллиарды долларов не купишь. Почему? А его нету. Здесь Коран весь, суры и аяты, на основании Слова Божия рассматривается. Видите, все, откуда взято, какое, все, от энциклопедии. Ну, конечно, материалы очень редкие. Ну что? Судья что говорит, прокурор говорит, что отвечаю я, какие люди. Все абсолютно, до вздоха. Как он прерывает, допустим, я говорю, мне делают замечание. Так все и напечатано. А вот эта точка, это означает, запись не могли разобрать, что там говорится. Записывали это тайно из-под полы. 86-й год. Даже не поверится, что в те годы уже... Я убеждать я никого не буду. Я не против, я не... Не поверится. Когда нас много еще мы не верим. Да. Во всей стране нас было освобождать, когда в 87 году, 15 марта, вышел указ. 210 человек были запрещены. 210. Вот это все теперь в вашей библиотеке. Мы приехали ради Христа, ради Господа, которого мы любим. Мы, вот у меня я показывал, что сколько библиотеки, мы бы взяли и денег нет, они финансируют, их нету еще. Поэтому я взял на себя оброк, основные библиотеки, такие областные, краевые, районы, снабдить бесплатно отдать. То есть весь мой труд, что вот я собирал, у меня минимальная пенсия, у меня вообще ничего нету. Вот это я отдаю на 12 тысяч, ну а каждая книга у меня в 2,5 раза дешевле ее номинальной стоимости еще. Спасибо большое, спасибо. Сейчас вот, я документы заполню. Так, листик тот, мне один стал, я расслышу себя на важность. Вот эти чай поставьте. Можно будет взять. Так, по 4 человека, да, ну, я сейчас перед 4 немного скажу. Запишите, какая Залесовская. Село Залесово.